Я в Финляндии по приглашению одного телевизионного канала. Хорошие друзья решили показать, что происходит в России, что происходит с нашими церквями. Вообще, какова ситуация с религиозными свободами в России. Вот, сегодня вышел эфир, записали программу, сейчас еще будем записывать. Вчера я был на радио, записали радиопрограмму, где рассказывал о ситуации. Попросили молиться верующих людей. Ну, вообще постарались донести информацию, сделать открытым состояние и церкви, и общества в нашей стране, в России. Спасибо за поддержку, за молитвы. Благослови вас всех, Господь.